Киеве сбивают вражеские беспилотники. В Киеве в понедельник вечером 4 ноября началась боевая работа защитников неба. В сторону столицы двигались вражеские ударные беспилотники. Об этом передают новости Украина со ссылкой на киевского городского главу Виталия Кличко. О работе сил и средств противовоздушной обороны в столице стало известно около половины 12 ночи. В столице, в Голосеевском районе работает ПВО, рассказал мэр Киева в своем телеграм. Кроме того, жителей столицы просят не оставлять укрытий до отбоя воздушной тревоги. Атака шахедов. Как сообщалось ранее, вечером 4 ноября был зафиксирован запуск российскими захватчиками ударных беспилотников, в частности шахедов, по Украине для очередной атаки. Так, в ряде областей объявили воздушную тревогу. Около 11 часов сигнал тревоги из-за шахедов также раздался в Киеве. Сообщалось также о работе ПВО в Киевской области, где фиксировалась угроза БПЛА противника.